Питере стартовала подготовка к зимнему сезону. Сейчас на всех стадионах и хоккейных коробках города ведется работа по заливке льда. Опробовать лед нового сезона любители зимних видов спорта смогут уже на следующей неделе. Готовность Читы встретить любителей покататься на коньках оценил Никита Мордовин. Работы на этой хоккейной коробке в районе Кинона на улице Яковлева начались буквально несколько дней назад. Из-за высоких температур работы начались позже обычного. А по соседству открылась новая ледовая площадка для самых юных читинцев. Такой подарок новому сезону жителям близлежащих домов сделала управляющая компания. Нашли способы, нашли умельцев среди работающих в управляющей компании и решили построить такой праздник для детей. На Новый год поставим здесь елочку Деда Мороза, я сам оденусь Деда Мороза, и проведем здесь хоровод. Поэтому будет все красиво и четко. Эти спортивные площадки будут залиты уже к концу недели. Всего же предстоит подготовить к грядущему сезону более 70 хоккейных коробок и 9 муниципальных стадионов. Вот, скажем, Березка, Ингодинский район, там уже в полном объеме работает. Но там северная сторона склона. Вот. Но, тем не менее, я побывал на хоккейной коробке в микрорайоне Сосновый Бор, значит, на улице Гагарина. Там тоже уже лед готов. То есть, где, как люди подходят именно к этому процессу, от этого многое зависит. Если постепенно и каждый день лед готов, если, конечно, весь объем выдать за один раз, конечно, есть сложности по его замерзанию и приготовлению. На подготовку площадок осталась лишь неделя, и уже 5 декабря на льду пройдут первые состязания. Всего за зиму только на муниципальных спортивных площадках планируется провести более 40 соревнований. По предварительным подсчетам, в Чите за зиму на лед выйдет более 150 тысяч человек. Никита Мордовин, Сергей Бумагин, Вести, Чита.